нас на обзоре вот такая вот небольшая посылка из магазина AliExpress. И здесь должна находиться игровая консоль PUFkiddy V90. Вот, давайте я буду открывать и по ходу вам расскажу. Внешне данная консоль выглядит как Nintendo Advance SP. Вот, в виде раскладушки, да? И поэтому я решил себе приобрести данную консоль. Очень захотелось поиграть именно в таком форм-факторе. Ну и таких консолей у меня вообще не было на обзоре. Поэтому решил себе коллекцию пополнить именно этим устройством. Эта консоль как бы не совсем новая. То есть она вышла где-то, наверное, около года назад. Года полтора, наверное, так. Вот. На нее уже есть обзоры. Но я уже решил дополнить их своим обзором. Стоит она недорого. Расцветок там достаточно большое количество. А я вот себе выбрал такую красную расцветку. Так, вот выглядит она, как я уже говорил, как Nintendo Advance SP. Рисунок такой интересный, до руки, как у зомби. Вот. 64-бит игры. Здесь у нас указано, какие кнопки за что отвечают. USB-порт. Есть разъем для наушников. Так. Включены аркады, Game Boy Advance, Famicom, Super Famicom и Sega. Мультиязычное написано. Ну и здесь отметка, что красного цвета. Так, ну давайте откроем. Посмотрим, что там внутри. Так. Здесь у нас написано, что перед тем, короче, как его... Перед тем, как выключить, да, необходимо выключить его программно. То есть, перед тем, как вот флажок сдвиньте, флажок выключения сдвиньте, необходимо его программно выключить. Так, вот сама консоль идет. И что у нас еще здесь есть в коробке? В коробке кабель. Такой, кстати, мягкий. И инструкция на английском и китайском языках. Кабель, кстати, USB Type-C на USB Type-A. Это хорошо. Я думал, здесь будет microUSB. Так, давайте лишнее отсюда берем. Оставим только консоль. Итак, как я уже говорил, я хотел себе взять Game Boy Advance SP. Вот он выглядит, в принципе, так же, как эта консоль. Вот. Но пока решил взять именно PUFkiddy. Посмотреть, как он себя поведет, как будет играться. Если мне понравится, то я возьму оригинальную. Итак, давайте пройдемся по внешнему виду. Здесь у нас написано PUFkiddy логотип. С левого края колесика громкости. С переднего торца у нас USB Type-C и разъем под наушники. Так, здесь у нас с правого торца карта памяти. Давайте посмотрим, какая... Карта называется CPI. Так, скоростная, нет. Короче, 10-я скорость. Мы идем по внешнему виду. Здесь у нас кнопка включить-выключить. И здесь шифты L1, L2 и R1, R2. И здесь такая вот выемка под то, чтобы какую-нибудь веревку подвязывать, да? Так, давайте посмотрим, какой аккумулятор. Так, аккумулятор у нас стандартный от Nokia. Называется BL5C. Кстати, такой тяжеленький аккумулятор. Я думаю, скорее всего, это оригинал. Вот, и здесь указано, что здесь 1020 мАч. Ну, и здесь у нас сразу идет, кстати, плата, да? Не стали они заморачиваться. Так, ну давайте теперь включим. Первое включение. Кстати, так открывается, интересно. С таким щелчком. Классно. Интересно сделал. Так, давайте теперь включаем. Первое включение. Так, выходит надпись NX Hope.
Скорее всего, такая прошивка NX Hope. По органам управления здесь у нас D-pad, и здесь кнопки A, B, X, Y. Они не раскрашены, такого серого цвета, выполнены из такого обычного пластика. Здесь Select, Start. Такая-то кнопка, я не знаю, что такое. Ну и здесь у нас два динамика. Итак, у нас, значит, здесь представлены такие платформы. Это Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Famicom, это Dendy, да, Super Nintendo, Game Gear, Master System, Sega Mega Drive, PlayStation 1, Neo Geo Pocket, Wonder System и аркадные автоматы. Вот. Ну, давайте, наверное, начнем с 8 бит, с наших любимых, с Dendy. Вот вышел список игр. Давайте посмотрим, сколько здесь всего. Какая здесь библиотека. Очень большая библиотека игр. И она, кстати, вся по алфавиту идет. Это хорошо. Легче будет найти необходимую игру. 713 игр 8-битных. Считаю, что неплохая библиотека. Так, ну давайте попробуем, запустим мою любимую игру. Felix the Cat. Так, F. Вот она. Есть в библиотеке. Так, смотрите, еще какой момент есть. Вот эта кнопка означает кнопка меню. И нажимая на нее, значит, вы входите в меню этой игровой платформы. Здесь у каждой, короче, игровой платформы свое меню. Вот в 8 битах здесь указано reset, то есть сброс, записать сейв, сохранение, load state, это загрузить сохранение, скриншот, сделать скриншот. В settings, соответственно, вы можете здесь выбрать, смотрите, каким будет у вас изображение. То есть оригинальное, да, можно сделать. Можно быстрое. Какой-то аспект. То есть разные виды изображения можно вводить. Я ставил оригинально. Так, как выйти? Ну, давайте сыграем немножко. Никаких фризов, никаких притормаживаний нет, но, в принципе, это ожидаемо. С 8 битами справится любая консоль. Никаких пропусков кадров, ничего нет. То есть все играет плавно. Изображение четкое. Ну, экран, в принципе, экран здесь неплохой на этой консоли. Кстати, нажатия очень такие четкие, мне нравятся здесь. Вот если бы я еще вам видео не снимал, мне бы еще было бы удобно, потому что мне приходится экран направлять в сторону камеры. Поэтому только в этом плане небольшое неудобство. А так, держать хват очень удобно. И смотрите, я еще сейчас, получается, смотрю на экран под таким большим углом, и мне, в принципе, даже в этом случае хорошо все видно. Никаких проблем игрой у меня нет. Классная, конечно, игра это. Felix the Cat. Жаль, у нее никакого продолжения не было. Хотелось бы, конечно, чтобы какой-то ремастер сделали на эту игру. Было бы интересно. Эта игра действительно заслужит своего внимания. Очень такая красочная. Музыка здесь приятная. Интересные здесь такие апгрейды, получается, вначале вы получаете шляпу и трость, да, и можете звездочками уничтожать врагов, потом машина и потом танк.
Вот, и на разных уровнях разные, короче, там разная техника. Там под водой батискаф дают, над водой дельфины дают, в воздухе самолет, то есть там разные, на разных уровнях разный апгрейд. Так, ну, на этом все, наверное. Давайте следующую игру посмотрим. Так, давайте теперь Game Boy посмотрим. Какие игры есть? Так, пролистаю и посмотрим, сколько игр в библиотеке. Тоже достаточно немаленькая библиотека. 221 игра. Это хорошо. Так, давайте запустим Little Mermaid. Посмотрим, как она будет играть. Напомню, это Game Boy. Самый первый. Который не цветной. Звук, кстати, хороший. Да? Слышите? Так что... В принципе, играть очень даже комфортно, можно даже немножко Все, ребят, играется также хорошо, в принципе. Никаких проблем нет. То есть все четко нажимается, лагов, input лагов нет. Проблем с этой игрой нет. Давайте посмотрим другую. Так, давайте теперь запустим Game Boy Color. Перелистаем и посмотрим, сколько здесь у нас игр в библиотеке. 100 игр. Ну, давайте какой-нибудь запустим. Thank you.
Ну все, ребята, здесь тоже все отлично играется. Никаких лагов, импут-лагов, там, не знаю, фризов, ничего такого нет. Так, выходить из игры также нажимаем на эту кнопку меню. Здесь у нас также вот свое меню этой платформы есть. Return to game, то есть возврат в игру. Сохранить, загрузка. Выбор загрузок, options. Ну, тут разные настройки, короче. Там изображение, звука и настройки кнопок. Так, выход из всех эмуляторов, да, это на кнопку старт. Вот здесь внизу указано. Выход старт, select A. Так, давайте теперь Game Boy Advance. Посмотрим, сколько игр вначале. Ну, библиотека, в принципе, достаточно. 110 игр здесь есть. При необходимости эти игры можно, в принципе, дополнить. Так, вот давайте вот эту игру поиграем. Special Force. Интересная игра, мне очень нравится. Да вообще, мне вот игры на Game Boy Advance очень, так, очень нравятся. Они такие необычные, да? Кстати, герой, за которого я играю, он постоянно в каких-то масках, да? Когда пеший играет, он в такой, в этом противогазе. Когда в самолете, он тоже в шлеме. Так, переключение оружия, вот левый shift. Игра от Game Boy Advance мне вот очень сильно нравится, если честно, потому что они достаточно такие красочные, интересные, и герои такие интересные, и по стилизации очень такие, ну, современные, ближе к современным играм. И черепашки у них интересные, и вот Special Force серия игр тоже интересная. Хорошая была консоль, короче. Так, ну это, наверное, достаточно. Давайте другую игру посмотрим. Так, вот меню Game Boy Advance. Также куча настроек.
Есть сохранение, есть загрузки. Но нам это не интересно, выходим из игры. Так, давайте сейчас запустим тогда. Давайте Sega Mega Drive и потом PlayStation. Посмотрим, сколько игр в библиотеке. 104 игры. В принципе, не так уж и много, но эту библиотеку можно дополнить. Все зависит от объема карты памяти. Так, ну давайте, наверное, вот какую игру запустим? Street Fighter. Против Зангиева играем. Ну, давайте наваляем. Вот так вот Зангиев. Получил люлей от каратиста. Так, ну здесь все понятно. Игры Сеги, в принципе, все знаете. Видно, да, ничего не лагает. Фризов, там, не знаю, пропусков кадров. Ничего такого нет. Все нормально играется. Давайте теперь посмотрим PlayStation 1. Ну и меню, соответственно, да, можно посмотреть. Есть сохранение, загрузки. Это, в принципе, в каждом эмуляторе здесь все это присутствует. Запускаем PlayStation. Посмотрим вначале. Так, ну здесь немного игр, но это понятно, потому что игры от PlayStation достаточно объемные. Вот, а карта памяти здесь всего лишь 16 гигабайт. Поэтому много игр сюда не закачать. Вот поэтому те, кто хочет себе большую библиотеку, соответственно, лучше покупать либо с карты памяти с большим объемом, либо... Значит, самим ставить сюда карту, прошивать ее. Вот и закачивать игры те, которые вы хотели поиграть. Ну, давайте попробуем Rockman. Итак, ребята, мы видим, с PlayStation также, в принципе, каких-то проблем нет. Вот. Ну, в принципе, эта игра сама по себе не такая уж сложная. Я думаю, может, в каких-нибудь 3D-играх там будет потяжелее. Ну, по крайней мере, на таких вот мультипликационных никаких проблем нет. Так, ну, это, наверное, все. Давайте теперь, наверное, перейдем уже к выводам. Итак, ребята, давайте теперь подведем краткие итоги этого видео. Сразу скажу, что в целом мне данная консоль очень даже понравилась. Понравилась качеством исполнения. Понравилась таким необычным форм-фактором. Вот в виде Game Boy Advance SP. У меня в коллекции такой консоли не было. И вот сейчас она у меня появилась. Чем хороша? Хороша тем, что здесь она может воспроизводить разные эмуляторы. От NES Dendy, да, вплоть до PlayStation 1. И аркадных игроавтоматов. То есть здесь очень большая библиотека игр, большая библиотека игровых платформ. Все в одной консоли. И это хорошо. Потом по кнопкам, по нажатию, также отмечу это плюсом.
То есть очень четкое нажатие. Вот. Мне это понравилось. То есть не во всех консолях сделано таким образом, чтобы все четко это дело нажималось. Вот. Единственный минус, который я отмечу, это не очень удобное меню, не очень удобная прошивка. Вот. Но благо на всем известном ресурсе есть сторонние прошивки, которые можно сюда установить, и никаких проблем не будет. То есть она станет более удобнее. Вот. Я, кстати, попробую накатить сюда стороннюю прошивку и посмотреть, как это будет все выглядеть. Вот. Ну а так в целом, вполне могу ее рекомендовать. Стоит она недорого. Вот. Плюс я уже назвал, да, то есть такой качественный экран, форма исполнения. Вот так закрыли, положили все в карман или там в сумку закинули, и у вас с собой всегда есть такая миниатюрная портативная игровая приставка. Вот. И экран, соответственно, не царапаться, никаких чехлов не надо. У вас всегда вот с собой игровая консоль. То есть есть где-то время, допустим, да, свободное. Можно взять и поиграть в такие ретро-игры. Вот расцветки у этого продавца есть разные. Там желтые, красные, черные, синие. Вот на любой, как сказать, там вкус и цвет, да. Поэтому можете посмотреть, пройти по ссылке и посмотреть актуальную цену на данный момент. Вот, ну на этом все. Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, не знаю, там свое видение по этой консоли, пишите это все в комментариях. Обязательно прочту и по возможности отвечу. Ну, вам желаю, как всегда, хорошего настроения, чтобы все у вас было хорошо. Все, всем пока.